Привет, это канал IT User Help. И в этом видео я расскажу о том, как устранить проблемы с микрофоном на вашем компьютере и увеличить чувствительность принимаемого сигнала микрофона. Для этого нужно нажать пуск, зайти в настройки, параметры. Здесь в систему зайти, звук, и внизу мы видим микрофон. Здесь можно сразу протестировать микрофон. Если когда вы говорите и звук изменяется, значит, по крайней мере, ваш микрофон принимает какой-то сигнал. Если чтобы решить какие-то дополнительные проблемы, можно нажать «Устранение неполадок». Ждем, выбираем микрофон. Если вы не уверены, какой микрофон у вас, с каким микрофоном проблемы, то можно пробовать все по очереди. Активный микрофон. Он нашел одну проблему, которая, в принципе, не является проблемой, там всего лишь был изменен формат. Но, тем не менее, он изменил, в принципе, хуже не стало. Закрываем. Закрываем это. Теперь я расскажу о том, как увеличить чувствительность микрофона, чтобы у вас лучше было слышно собеседнику. Для этого в поиске пишем панель. Переходим в панель управления. Для этого в поиске забиваем русскими панель управления. Находит нам приложение панель управления поиск. Левой кнопкой мыши выбираем. Далее нам нужно выбрать пункт оборудование и звук. Выбираем. Далее звук. Открывается такое окно. Здесь нас интересует вкладка запись. И здесь будут все доступные микрофоны и устройства записи. Выбираем что-нибудь, где написано микрофон. По нем правой кнопкой мыши нажимаем свойства. И мы сейчас открыли меню активного микрофона, который установлен по умолчанию. Здесь нам нужна вкладка уровни. И вот этим ползунком мы можем менять чувствительность. Чем выше эта цифра до 100, тем лучше будет вас слышно. Но при этом, если у вас хороший микрофон и чувствительность вы задерете излишне, то может возникнуть эхо. Так что здесь нужно методом проб устанавливать это значение. Нажимаем ОК. Дополнительно. Можно также зайти в вкладку «Дополнительно» и выбрать, если вы записываете звук, помимо того, что вы просто разговариваете через Skype или какие-то мессенджеры, а если вы еще микрофон используете для записи, можно выбрать «Улучшить формат записи». То есть больше занимать место будет звуковой файл, но при этом качество лучше. Здесь у меня доступно только два, у вас может быть больше, поэтому выбираем с наивысшим качеством. То есть чем больше бит, чем больше герц, тем качество лучше. Нажимаем применить. Окей. На этом все. Подписывайтесь на канал.